Сегодня 3 мая в городе Армянске и некоторых других районах Крыма Меджлисом крымско-татарского народа под руководством Чубарова Рифата Абдурахмановича проведены незаконные публичные акции экстремистского характера, связанные с массовыми беспорядками, перекрытием автотрасс, незаконным пересечением государственной границы Российской Федерации, соединенное с воспрепятствованием законной деятельности государственных органов, а также применением насилия. По данным фактам прокуратурой республики направлены 2 постановления в Следственный комитет и ФСБ для организации уголовного преследования в отношении виновных лиц по статьям 212, 318 и 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Противодействие экстремистской деятельности основывается на принципах законности, гласности, приоритета обеспечения безопасности Российской Федерации и неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности.